Надо мне чай, надо доширак, чай мне. Я плакал, скорее всего, из-за того, что Катя сказала, что она на учебе, на самом деле, только сама сказала коронавирус, а я бессознательно это чувствовал. Она просто не любит, меня никто не любит. Мой старший, я тебя не люблю. Понимала этого? Ага, спасибо тебе. Обними меня. Смотрите, сейчас мама меня обманет, обнянет, обнимет. Грудную клетку меня обнимет просто. О-о-о. Что? Спасибо. Спасибо. Давай, ты сам уйдешь, я ухожу. Я ухожу, давай, что там есть? Это кошку тоже понабросала. Ну и я понабросала с ней. Конечно. Ты на кошку давай спираешь уже. Да, на самом деле я там понабросала. Мы вообще познакомились с Сергеем в СПУ. В СПУ? В СПИ. А что там делают? Ну, проект институт, он там работает по электрикам. Он электриком? Его в армии научили, да? Да. И как вы с ним так познакомились? Сошлись с характером? Не знаю, я не знаю. Вы с ним похожи, как брат и сестра. Конечно. Да. Оба худые. Что? Оба худые. Оба похожи на... Не знаю, все, кто знает меня, знал меня, все говорят, вот так удивлялись, что вы нашли, что ты нашла вообще, как вы сошлись? Что ты нашла в нем? Да. Я же красавица. А он что, не красавец был? Ну что он? Он электрик, заморыш. Да, 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 да. Бери яблок. Я думала, оно мягкое, оно жесткое. Ой, хорошо.
Да, ты красивая была, помню. Смотрел фотки твои. Лицо идеальное, модельное, ты могла моделью быть. Подожди, а получается ты красивее нашей бабушки? Это значит, что отец был красивым, дед у меня был красивым. Ни одной фотки его нет. Она же все вырвала, спрятала, зажила, сожгла. Можешь выбросить и показать мне деда моего? Давай посмотрим деда моего. Как тебе пейзаж? Не до художника. Это я. Не до художника. Горе художник меня назвал один московский нарк. Тролкур. Будущий великий художник. Я умру никем. У него есть друзья. Есть дача. Все есть. У меня ничего нет. Он сказал, чтобы больше он меня не видел в этом доме. В своем доме. Чувствую, кто вообще. Где моя сумка, которая... Я без сумки пришел, да? Таблы для желудка. Для желудка, который не хочет есть, хочет умереть. Мяу, мяу. Дай мне попить воды немножко этой. Может, мне полегчает. На, я вот сюда налила ее. Или ты не хочешь? А я даже не знал, что она мольная. Это... Она, это освещение делает. Я даже не знал. Может, мне из-за этого плохо? О. Потому что там хрен знает что. Печеная хочет. Надеюсь, поможет. Ах. Ребят. Ну и чё? Сидим. Я не знаю. Мне нужно поехать в Красноярск, купить антидепрессант дешёвый, парикопный. Иначе мне очень будет плохо. Почему?
получает ты зависимость от Нет, мне до этого было плохо, мне будет так же плохо, как до этого. Просто нужно пролечиться, может, поможет. На. Если поедет Сергей в Красноярск, ты скажи мне. Извини, бади, я взял. С ним ездить в Красноярск, ты на весь день. Что так мало заварки добавил? Так это лимон, ага. Он обеспечивает ее. Горячий чай. Я, короче, перестал полностью играть вообще в компьютер, перестал смотреть фильмы, перестал есть шоколад, перестал есть кофе, почти пить перестал. Да рядом шоколад, вообще мне не хочется ничего. Да и дай давай. Очень плохо, что не хочется ничего. Это что, показать ты хорошо, что это хорошо? То, что я в игру перестал играть, уж хорошо. Будешь есть, нет? Нет. Ты не ешь такие пироженки? Я ем, просто я сейчас не хочу что-то, не знаю почему. Уже 2 месяца я изменился. Так. Есть не хочется, пить не хочется. Кавалер, как 2 фуфела мы тут сидим с тобой. Чё это? Как 2 фуфела нас закрыли в карантине. Чё это? Фуфел — это сленговое слово. Это классика. Ну что это значит? Это значит, ну типа стрёмно. Стрёмно мы сидим здесь. Это скучно, мне кажется. А тебе надо весело, да? Карантинно. Ну, типа, мы несправедливо как-то стрёмно сидим здесь. Ну, зачем спрашивать, тебя в пакет засунула, а? Да нет никакого карантина. У нас в городе уже 4 человека заболевших. Да это обманывает. Официально сказал этот самый начальник, не начальник, а... Это всё обман. Глава администрации. Глава администрации пусть сначала снимет вышку, сотовую вышку с администрации, с крыши. Потом уже говорит о заболевших, блин. Покажу вам сотовую вышку. На крыше администрации. Знаешь, что она излучает? Саша, что ты ерунду занимаешься? Да? Нет, ты почитай, что такое сотовая вышка, какое излучение она дает. Да при чем здесь там шпиль? Там просто шпиль. Просто шпиль. Нет. На администрации. Здание, где почта, где это. Там шпиль просто. Там такая специальная вот. Ты это будешь есть? Через силу съем. Ешь через силу. Как хочешь ешь. Это ты бронки у вас этого, что нет? Мороженое будешь есть? Давай. Ой, блин, я не чувствую вкуса еды вообще. Понимаешь, что этот коронавирус, он распространяется в арифметической прогрессии. Один заболел, второго заразил. Второй заразил еще 2. И так и понесется, понимаешь? Поэтому и говорят, что сидите дома. Не общайтесь, иначе это будет распространяться, как вон в Европе. Они нифига не сидят дома, что менты не ходят, не гоняют? Они нифига не сидят дома, они смеются надо мной, когда я в намордник иду. Никто не смеется. Ну, 3 пацанчика сказали, коронавирус. А менты должны были их на. А мне сказать, молодец, типа. А вместо этого они меня на. Эти пацанчики втроем прям близко ходят. Может, это они заболели? Там ходят все толпой по улице.
Ну пускай ходят. Тебе-то какая разница? Ты не хочешь заболеть же? Мы заболеем рано или поздно, если они ходят. Менты-то не работают. Работают они, все работают. Там никого, ни одного ты мента. Ты не хочешь есть, что ли? Я не видел ни одного мента, когда шел от Сергея с соком. Давай ешь. Сок пей, заставь бабушку сок пить, чтобы снизилось давление. Ешь, ешь. Сейчас. Представлю, что я в группе чудаки, и я пытаюсь съесть какую-то гадость. Не гадость, это вкусное яичко, любимое твое. А, блин. Которое ты говоришь, надо есть, потому что кошка... Да я сырыми, если что, ем. А это вареное. Тоже хорошее. Не хочешь, я сама съем. Сейчас я. Наспорт. Угу. Снимаем Джекис. Наспорт съесть вот это. Ну не запихивай полностью, потом сдаешь. Давай, запивай. Хватит. Нормально все. Хватит дерничать, а? Дерничает. Вот. Вот салфетки. Бери салфетки, потирайся. Для чего салфетки лежат? Для какой цели? Не знаю. Да. Хватит подливать мне. О, все, одолел. Главное, чтобы мой желудок это выдержал. Выдержит твой желудок, никуда не денется. Он у тебя вообще сохся, меньше кошкиного стал этот твой желудок. На, ешь. Что это такое? Это я, Александр Алёник, Тихон Мышкин. Знаешь, кто такой Лев Николаевич Мышкин? Персонаж из этого, Достоевского. Ну, чувствуешь мороженый вкус? Запивай. Ну, чувствую, да. Вкусненько. Да, мороженое нормальное. Запивай, чтобы не холодно было. Знаешь, мороженое настроение повышается. Ну ты чё? Там что-то содержится. И от бананов тоже. Там содержится какое-то вещество. Так что... Афродизиак? Ну, что-то такое, всякая фигня там. Так что их, по идее, надо есть, чтобы быть веселым. А еще, знаешь... Есть инсайдерская информация от Николая Базилева, что в... Соевые соусы добавляют что-то, что делает людей. Короче, влияет на мозг, они чувствуют себя. Они, короче, не обращают на... Эйфорию? Не, они чувствуют, не знаю, вот что-то вроде того. Они типа не перестают париться о проблемах, просто работают молча и сидят дома, потом опять работают, потом сидят дома. Вообще-то соевый соус – это азиатская еда, к нам пришла. А я не видела, чтобы они сильно напрягались там, в Таиланде. Там же. Это моего. Так там же, это же я говорю про Россию, про Ашан. У нас нет сои, мы не выращиваем сою. Соя пришла с Азии. Он говорит, что... Соевый соус там что-то кто-то ел, пил, принимал, а потом перестал, и он стал по-другому мыслить. Это что? А потом, когда снова стал, у него стал как обычно мыслить. Я после этого специально решил
Я захотел даже соевый соус. Кстати, это, знаешь, из-за кого я стал пить Blazer? Ой, Яшку. Именно из-за Николая Базилева я слушал этого блогера. Я впервые услышал о том, что он рассказал случай, что один мужик Blazer выпил. И чего? Две бутылки. Он просто как будто бы у него осознанность исчезла, и он, в общем, там сделал нехороший поступок. Ну, опьянел. Опьянел очень сильно и сделал нехороший поступок один. Ничего, и ты из-за этого стал пить? Я подумал, блин, а он сказал там, что этот вот самое важное, что он сказал, что этот блейзер, он заглушает вкус алкоголя. Для меня вкус алкоголя это самое мерзкое, что только есть. Я вообще не знаю, я... Это ужас просто. Алкогольный вкус. Это такая гадость. А он говорит, что это заглушает. И вот после того, как я... Пей. Запивай. Я по-моему, блейзер один раз только в Таиланде попробовал. Или это не был блейзер. Короче, никак на меня не подействовало. Можно было две бутылки выпить. Не, ну представь. Ты говоришь про Яшку, а про чем здесь блейзер? А это примерно то же самое. Яга, сидр, блейзер – это то, что заглушает вкус алкоголя. Вот что главное. Я даже не знал про это. Вот почему я стал пить вот эту дрянь. Я знал. Ты бы уже давно пил бы ее, да? Нет, если бы я не знал, я бы вообще не знал бы даже про это. Это как про плоскую землю. Ты не знаешь, что земля плоская. Живешь себе, живешь. Живем. Она круглая. Живем себе, живем. Она круглая. Вообще-то. Ну да. Думали, что она плоская. А почему тогда, где она вращается больше всего, быстрее всего, там океаны не выливаются, нету цунами? Магнитное поле. Ты учился в школе? Ну там везде равное магнитное поле. Но нет. Там, где она крутится, она должна сильнее выливаться. Нет. Магнитные поля разные. На плюсах они больше. Почему и говорят, что... Ну, дай бог, если магнитное поле у нас прекратит действовать. Я не говорю про полюса, я говорю про экватор, где быстрее всего вращается Земля. Знаешь, с какой скоростью мы вращаемся? Невероятная скорость. Ученые потом признали, что Земля она не круглая, а она эллипсовидная. Сплюснутая, потому что она... Еще есть вопросы, вот. Почему? Если бы не магнитное поле Земли? Ну это я знаю, магнитное поле, да, это Жак Фреско показывал там. То мы бы тут не сидели бы сейчас, а мы летали бы где-нибудь в облаках. Да, да, гравитация. Вот именно. А ты еще говоришь про это. Ну смотри, ну вот эта информация противоречит религиозности. А зачем тебе религиозность? Какая тебе религиозность? Ветхий Завет, Новый Завет, древние. Во всех древних писаниях написано, что Земля покоится на трех китах. Нет, на воде. Да. Плоскость. Запивай. Куполом покрыта на воде. Угу. Древнейшая. А звезда, знаешь символ? Запивай. Знаешь, что означает символ звезды? Пятиконечный. Означает землю нашу, все пять континентов. Да. Все, выпиваем, пошли. Видел как раз закругление Земли? Я не видел. Вот он подлетит, чтобы видеть. Да, да. Простые люди полетят. Знаешь, сколько они денег распиливают на этом? Хватило бы нам... На бесконечную медицину. Ротшильд себе три сердца пересадил, блин.
старый хрен. Ротшильд. Он держит все эти банки и армию, и полицию. Придумал всю эту систему. И границы между так, странами. Так, ты будешь есть? Тебе с собой взять, возьмешь этот грейпфрут? Ой, я, наверное, не с собой. Лучше у тебя. Что у меня? Потом приду, у тебя его съем. Ну тогда потом, или тебе еду надо накладывать, бутерброды делать? Не надо мне, не просто салат какой-нибудь, что-нибудь фигню наложи немножко. Салат я тебе положу, я же тебе сделала салат, еще не стал есть. Да, и все, и сухарей туда побольше. Ой, там есть сухари, только они размятые, я вчера делала салат. Я верю в Бога и в то, что Иисус Христос. Яблоко съешь? Да ешь яблоко, нет? А это ты не любишь такие вещи, да? Я вообще что-то не хочу в последнее время. Я только вот речи свои несу. Словно Бог через меня. Я инструмент в руках Бога. В руках Иисуса. Яблоко даешь? Давай, я просто что-то. Саша, возьмешь Сергею бутылку из бутылка? Ну, возьму. Я его делитель отмыла, но не отмыла. Да не надо отмывать до конца. Он сказал, мне бутылка нужна. Ты пойдешь к нему? Ты, извини, это, извиняюсь. А что, он не пойдет в гараж? Ой, в подвал. Так дай мне телефон, позвони ему. Зачем? Чтобы он взял вина. Лехе отнесу. Лёхе отнести вина надо, ага. Потому что он считает, нет, я не выпью, потому что оно гадостное, я выпью только пляшку, если разве что, или какую-нибудь такую вот сидр гадостный, все равно он гадостный, а вино это отвратительно. Так я хочу понять, как вы испытываете эйфорию, почему вы пьете? Почему вы пьете? Кто? Почему мы? Почему я не пью, а вы пьете? Ну ты не хочешь? Почему вы не можете тут? Как вы пьете эту дрянь? Это же просто дрянь. Саша. Это то же самое, что. Ты знаешь, это то же самое в той серии, что к немцу смерть, а русскому хорошо. Так немцы тоже пьют пиво. Они вообще знатоки пива. У них самое лучшее пиво. Я вообще не понимаю, как можно расслабляться от алкоголя. Ну, я... потому что эйфория получается. Начинается. Блин, у меня нет эйфории. В пьяном состоянии человека. У меня нет эйфории, у меня слезы, я плачу. У всех разная реакция на алкоголь. Кто-то плачет, кто-то я всегда... бьется, кто-то смеется. Я всегда только плачу, я не смеюсь. Разные реакции, понимаешь? Я всегда только плачу. Почему? Tell me this. Да нет. This night I cry. Tell me why. Какая таблетка? Ну я уснул. Так я до этого три ксанекс принял по рецепту. На, собирайся. Я пришел тебе под тремя алпразоламами. То есть это то же самое, что выпить вино. Бутылку. Ну где? Где твоя сумка? Под тремя пакет, немецкими пакет. Образованными. Возьми пакет, тут пакета. Где чай? Куда ты? Не этот там. Чай, ты куда дел? Чай куда дел? Офигеть. Куда я дел чай? Так, куда я дел чай? Вот он. Я его не хочу брать с собой. Я не хочу его с собой брать. Почему? Мне лень его готовить и... Там нужен лимон еще к нему. Зайди, купи лимон. Не, не хочу. На, тебе сумку. Чего ты не хочешь брать чай? Забирай его, а то придешь... Блин, я не хочу чай вообще. Я не хочу кофе. Потом у тебя будет состояние. Ой, у меня и так там стоит зеленый чай.
А ты же сказал, у тебя чая нету. У меня стоит, только не в пакетиках. У меня нету в пакетиках. Так. На. Иди. Я собрала тебе. Все, иду. Блин, яблоко. This night I cry. Tell me why. А? А, да, давай телефон позвоним. Ну надо. Да у меня нет денег, давай. Чтобы Леха со мной стал дружить. Я скажу ему, давай я тебе вино принесу, и мы будем друзьями. Потому что он без этого не станет другом со мной. Да будет плод моя кусочком хлеба, горбушкой хлеба, да будет кровь моя глотком вина. Чтобы ты его, он тебя позвал. Он говорит, давай приходи, он сейчас поставил машину ремонтировать. Ну давай, помогу, а что это? Иди. Чем я тебе помогу? Чем? А чем ты хотел ему помочь? А ты хотел снять все это на видео. А, давай выложить. На видео выложу, да. Так ты иди прямо сразу сейчас по восточной к нему в гараж. Ты же знаешь, где гараж у него? Ой, блин, сейчас. А? Да знаю, все. Ну иди. О. Чего ты? Сейчас, это яблоко доем. Не надо там, не надо, я не знаю, там, по-моему, он сжирает деньги, как фиг знает. Ах. Пойду, пойду. Там, может, он разогрел печку. Я сначала к себе зайду по пути. Там скучно у него в гараже. Скучно у него в гараже очень. Не, мне вообще не интересны машины эти. Не надо машину покупать, блин.
понимаешь, что машину обслуживать надо, это дорого, это просто капиталистическое фуфло. Куда выезжать? Куда выезжать? Да ё-моё, это капиталистическое фуфло машины. Они созданы сейчас, чтобы люди деньги тратили. Ну, на чё, на столбах интересно, что ли? Нифига там не интересно. На столбах там нифига не интересно. Понимаешь? Нужно уезжать отсюда нафиг. Подальше. А здесь меня никто не ждет, у меня здесь нет вообще никого, ни друзей. У меня только Иисус здесь, может быть, ждет. Вот только Иисус у меня есть, и все. Сейчас, я помню, сейчас все это яблоко выйдет. Давай мне документы все, которые нужно, чтобы подключить. Давай все документы, которые нужны. Они вообще лежат где-то здесь. Да там недостаточно карточку подключить, там надо паспорт, скан паспорта, документов, все данные, паспорт, все, снился или нет. Мастер не берет, визу только берет. Там нужно снился или нет, это то, третье. Ну мне нужно, чтобы начать, нужно снился или нет, это, все, все, все. Номер или сканировать? Номер и вроде еще и фотографию или скан. А, тебе фотографии? Там все нужно. Я скажу тебе точнее. Там все нужно вообще, капец. Там уже тащили. Это причем российское законодательство уже тащили. Ну, оно следует. Надо, Паша, надо там огромное, знаешь, что выяснить? А ты как это сделаешь? Тебе переведут эти деньги на русские рубли или нет? Да, это деньги. Ты через Сбербанк если делаешь, они сразу автоматически переводят, да?
знаешь песню Goodbye Horses? Да у меня там паспорт. А? У меня только паспорт. А где ты остальные документы? Ну, ВКонтакте, там можно деньги переводить, но оно будет берет большой процент. А там что, холодно на улице? Это легендарная песня из фильма «Молчание ягня». Ой, бля, собираюсь. Я свои убогие штанишки положу, которые помогают мне, чтобы не упирался. Не упиралась сильно, не мешала. Они растягиваются. Тебе не понять. Ну куда мне? А знаешь, вот этот вот антидепрессант, который он выписал один раз, у него вот так стоит, что это вообще... А нос заложен. Это ужас. Вместо Виагры можно этот антидепрессант использовать, только нос закладывать. Ну, лично у меня. Так что ты смотри, если что. Он это действует быстро. Если какой-то импотент там будет, то ему поможет лучше, чем Виагра. Причем Виагра дорогая, а вот этот вот дешевый. У него такая побочка такая. Я рассказал этому врачу, что у меня слишком сильная потенция, и он зачем-то мне выписал этот хренов антидепрессант, который наоборот повышает потенцию. Может, он не такой, ну может, он думал, что она снизит наоборот. Хрен там. Знаешь, как тяжело, когда мощная потенция. Ходячий спермобар. Ну где твоя отступка, которую ты пришел? Нет. Ну где твоя отступка? Ты мне без нее пришел? Не знаю. Вроде в ней. Goodbye, horses. I try only you. Я одену куртку, еще сверху вторую куртку. Я одену две куртки. Почему это моя куртка? Это моя куртка. Отвали. Мне холодно будет в этом. Нифига себе, в зимней куртке ему холодно будет. Холодно будет. Всем сдурел, что ли? Шарф дай хоть. Вон твои шарфы все лежат. На улице теплые, а он будет ходить в зимней куртке, ему холодно.
I try only you. Хочешь это мерить? Goodbye horses. I try only you. Goodbye horses. I try only you. А зеленый снился у тебя где? Чего ты тут одел шапку? Чего у тебя других шапок нету? Да просто, потому что она... Вызывающая. Нет, она изящная, ну, уникальная. Ага. Гармоничная. Ага. Вот такой у тебя где? Не знаю. Ищи. Ничего не знаю. Документы должны лежать на месте, и ты должен знать всегда, где они находятся. Ты мне дала рубашку, которую 15 лет ходил бы. Ну и что, Саша, там тепло, тебе жарко будет. Ладно, я пошел. Дай мне варежки. Вот твоя шапка. Одевай вот эту шапку и одевай варежки. Все. Шапку одевай эту. Я сюда засуну ее. Да, полегче это. Эту. Чё? Пакет дам. Давай я одену сразу. Да зачем? Намордник. Да я намордник надену просто ради прикола. Чё? Ради прикола намордник надену. Чё, зачем пакет? Ну потому что грязная будет сейчас. Везде валяются, везде бросаешь её. Да её и так уже мыть надо. Стирать надо её. Это всё фигня. Коронавирус. Нету доказательств. Пусть он так видит. Бросает, как нет. Он просто сказал слова. Он просто слова сказал. Он врет. У нас продажа. Клади свои пальцы сюда. Рисунки. А как если вернуть, чтобы их не понять? Так вот. Можешь вот так вот? Не складываешь, чтобы не понять. Байху. Когда-нибудь эти рисунки будут стоить миллионы. Ага. 2 миллиона. Разве я стану великим художником, мам? Иди давай. Someday I shall be a great artist. Нет, это сейчас съешь. Ну ты идешь, ты уже в гараж не пойдешь. Пойду. Десятки. Мне делать нечего, сяду, что у меня там нет никого. Ни Жак-Фреска, никого, ни Гитлера иди, там да, нет. Сейчас же в гараж. Я сначала возьму. Погуляйте. Сначала это, чтобы снимать на что возьму. Goodbye, horses.